Еще раз всем привет, YouTube привет. Вот автомобильчик Prius, это гибридная машина. Значит, это у нас град, как всегда. Вот. Вот тут по разборке. Вот так машинка выглядит внутри. Тут много всякого-всякого на ней. Вон, как видим, куча всякого ливера. Как снимается потолок. Значит, тут... Здесь у нас, как мы понимаем, все становится на боках, на резинках, вот на вот этих, выше на вот таких вставках. Здесь вот у нас клипсы, и вот здесь болтушочки, вот они на 10. Здесь что мы снимаем, значит, вот так вот эта заглушка вынимается на себя, и вот такие пружиночки. Вот они, два болтика, это вот здесь... Держат вот эту верхнюю часть. Вверху она на клипсе. Вот. Еще здесь по консоли в неких местах есть так называемые как ежики. Вот. Сзади и в серединке два штуки. Вот такие ежика. Вот. Что касма здесь впереди. Я немножко как бы впереди паровоза уже забежал. Здесь это у нас что? Подсветка, надо не забывать. Откручиваются вот эти на саморезах, здесь другие ответки, вот эти, которые держат. Они, как мы видим, со сдвигом. То есть вот так берешь, поворачиваешь и вниз выдергиваешь на себя. Не выдергиваешь. Значит, центральная консолька вот эта вот. Это как на Камри. Такая фишечка, ее надо чуть провернуть. Снимается. Дальше. Понятно, как вынимается на защелках. Здесь тоже вон они, клипсы видны. И здесь самое на клипсах. И где мы видим, вот он наш ящичек. Очнется. Здесь вот у нас два самореза. Остальное не буду злоупотреблять вашим вниманием. В принципе, все то же самое. Вот там мозги есть. Здесь еще один разъемчик надо было снять. Тоже это там. Это уже вот. Как мы видим, это дополнительное устройство, которое ставили сами хозяева. Вот. Остальное все, в принципе, вот так. Усилитель впереди, усилитель сзади и 4 усилителя по крыше стоят. Но они стоят, в принципе, с небольшим зазором. Вот здесь зазор даже на вот этой центральной стойке. Усилитель идет, зазорчик чуть побольше. И вон мы видим такими ляпушками. Наляпана мастика шовная. Вот, собственно, и все. Тут больше такого как бы сложного нет. Возможно, конечно, кто-то где-то будет мешать, но ничего. Будем потихонечку заниматься. Вот, собственно, и тут съем крыши как бы не... Здесь тоже, вот они сзади, в задней части. Все на клип, на вот таких... разъемчиках. Все как всегда. То есть особо ничего таких сюрпризов не преподносит машина. Я, кроме того, что вот я еще раз оговорюсь, кроме того, что на машинке, на этой у нас, я уже показывал, вот алюминиевая крышка багажника. Вот тоже покажу. Алюминиевый капот у нас, видите. Вот и все. Ну, остальное все то же самое. Ладно. Всем удачи. Пока-пока. Возможно, кому-то это видео и годится. Так что разборка, в общем-то, у Приуса несложная.